Всем привет, с вами Яна, и мы на канале Эконом с нами. Сегодня я нахожусь в магазине «Моя», который расположен в северо-западном районе города Чебоксары по адресу Ядринское шоссе, дом 3, со зданием бывшего завода «Контур». Сегодняшний выпуск я хочу посвятить канцелярии в преддверии школьного сезона. Вот я вам обзором показала, сколько много товара, цены маленькие, ниже, чем в обычных магазинах. Сейчас я постараюсь вас с этими ценами познакомить и ассортимент покажу. Для начала хочу вам показать немножечко книжечек. Не могу пройти мимо, посмотрите, какие они яркие, красивые, просто невозможно оторвать глаз. И что очень важно, с чего хочу начать обзор, здесь, к сожалению, плохое освещение, но ничего с этим не могу поделать. Вот есть хрестоматия по чтению для первого класса, школьная программа по чтению. Эти книжки стоят 156 рублей. Есть для первого класса, есть второй класс, третий класс и четвертый класс. Написано, что без сокращений. Крупный шрифт. Вот эти яркие познавательные книжки – это умная энциклопедия. Есть животные, история, космос, океаны и тело человека. Цена 316 рублей. Елена Ульянова. Книжки примерно на 112 страниц. Вот первый вариант – космос. Здесь 1000 фактов и 1000 изображений. Давайте посмотрим внутри. Вот такая красота. Следующая серия – животные. Это также 1000 фактов и 1000 изображений. История. Все красочные рисунки, очень все красиво. И тело человека. За 154 рубля энциклопедия с развивающими заданиями. Рекомендована академиком Матвеевым. В конце изучения этой книги вручается диплом. Вот такой диплом. Какие есть варианты? Есть хищные птицы, есть тысяча тайн планеты Земля, древний Египет, есть спорт, есть наука и техника. Еще нашла акулы и как работает компьютер. В конце книжки также есть вопросы для экзамена. После изучения книжки посмотрите, какие красочные картинки. И все это задания для ребенка, развивающие и познавательные. От этого же автора Елена Ульева есть серия книг «Моя первая книжка». Сказочки и энциклопедии для малышей. Вот это, например, энциклопедия для малышей. Посмотрим внутри. Посмотрите, какие яркие красочные картинки. 287 рублей. А есть сказки. Вроде бы правильно взяла книжку. Открываю, а там все наоборот. Оказывается, все правильно. Эта книжка перевертыш. Сначала вот так идет шрифт, а потом наоборот. То есть книжку нужно перевернуть. Вот такая книжка перевертыш. Здесь разные есть сказки. Они все очень красочные, красивые. Смотрите. Все невозможно показать, просто цены озвучиваю, чтобы знали примерно цены. За 222 рубля есть серия «Сказкотерапия» от автора Анна Кутявина. Например, «Я иду к врачу». Я ничего не боюсь. Я иду в детский сад. Вот такие тоже яркие рисунки. Здесь, видимо, можно деток отучить от некоторых страхов и адаптировать их к современной жизни. За 79 рублей папка для тетрадей на молнии. Формата А4, есть разные расцветки. Есть вот такие машинки. Синие есть.
это зеленые. Ой, друзья, вы меня простите, но здесь, правда, очень темно, и я ничего не могу с этим поделать. Желтые есть вот такие. Картон белый А4, 7 листов за 22 рубля. Картон белый А4, 10 листов, 20 рублей. Картон цветной, односторонний, формат А4, 16 листов и 8 цветов за 10 рублей. Сравнивайте цены, я вам показываю цены из магазинов разных. Тетрадь на 12 листов есть в клетку и в линеечку, бумага белая. 7 рублей 45 копеек. Есть разные рисунки. Нужно приходить выбирать. Есть вот такие тетради тоже на 12 листов. 7 рублей 45 копеек. Такие они однотонные. Разные цвета есть. Вот такие тетради точно в Магнит Косметике по 12 рублей продают. А здесь 7,45. Обратите внимание, приходите, пока все не разобрали. Дневники школьника. 29 рублей 90 копеек. Вы слышите? Дневник 30 рублей, который в картонной плотной обложке. Посмотрим, как внутри. Здесь вот листочки, конечно, серенькие. Вот такой дневничок. На 40 листов. Есть разные-разные обложки. Я все даже не смогу показать. Это просто нереально. Огромный ассортимент обложек. Есть вот такие простые. Просто нереально все показать. На любой вкус и цвет приходите, что называется, и выбирайте. Папка вкладыш с перфорацией, 100 штук за 100 рублей. Набор обложек для дневника и тетради, 10 штук за 24 рубля. А за 185 рублей пенал трехсекционный. Раз, два и три. Вот три секции. 19 на 10 сантиметров. Застегивается на молнии замочки. Есть оранжевый цвет и есть синий цвет. Причем вот этот синий, он такой блестящий, как будто со стразами. Есть пенал односекционный за 82 рубля. Тоже есть разные рисунки. Есть для мальчиков, есть для девочек. Маленький он стоит 82 рубля, а большие 55 рублей. Они побольше, тоже односекционные, но побольше. Есть наборы канцелярские за 58,90 и есть за 57,90. Просто на самом деле сотрудники не успевают выставлять цены, поэтому я не могу здесь разобраться в ценах. Я вот вам покажу. Вот тут 7 предметов: линейка, ластик, точилка и 2 карандаша. Есть вот такой набор здесь: клей, карандаш, точилка, 1 карандаш и линеечка. Причем точилки есть разных цветов. Набор цветных карандашей, 12 цветов за 40 рублей. Вот здесь даже покупатель, видимо, рисовали. Ну, судя по отпечаткам. Посмотрите, все разрисовано. Все рисует, все работает. Вот такие карандаши 40 рублей. Фломастеры, 12 цветов, 35 рублей. В других магазинах однозначно это стоит дороже. Набор ручек шариковых, 6 штук за 30 рублей. Вот такой циркуль. О, прикольненько. От профпресс циркуль. Тут три предмета. Есть стержни. Есть сам циркуль. Этот набор, кстати, называется готовальня. Мини-готовальня. 130 рублей. Вот такие красивые ножницы детские за 40 рублей. 13 сантиметров длина, пластиковые кольца с упором. Вот это, видимо, упор. Сами ножницы из нержавеющей стали. Есть розовые, есть синие, есть зеленые. И есть вот такие ножницы канцелярские, 19 сантиметров за 50 рублей. Папка-конверт на кнопке. Размер А4 формат. Стоит она 12 рублей. И есть разные цвета. Желтый, красный, зеленый, синий. Акварельные краски на 12 цветов 27 рублей. Вот так они выглядят. Есть вот такие акварельные краски на 12 цветов 30 рублей. Пластилин на 10 цветов за 37 рублей. Вот такой пластилинчик. Вот такой пластилин на 10 цветов за 35 рублей. Так он выглядит.
Здесь нет лопаточки стеком. Вот такой набор для лепки из пластилина. Фикси пластилин называется. В комплекте 8 цветов. Стоит 191 рубль. Мелкие цветные джамбо для рисования. 15 штук в ведерке, 5 цветов за 120 рублей. Тесто для лепки. 12 цветов за 85 рублей. И есть масса для лепки вот такая. 6 баночек, она в баночках. 6 разных цветных баночек. 340 грамм, 215 рублей. В принципе, на этом канцелярия и закончилась на сегодняшний день. Но есть еще много-много разных книжек детских. Тоже вас с некоторыми познакомлю, чтобы вы ориентировались в ценах. Потому что цены на самом деле приемлемые. За 75 рублей вот такая интерактивная папка с заданиями. 8 развивающих заданий в подарок. Это развивающие игры для деток возрастом 3+. 10 игр и 8 развивающих заданий в подарок. Развивает логику, моторику, мышление и воображение. Что входит в эту папку? Есть раскраска, набор карточек, чудо-лабиринт, конверт цветов, карта мира, солнечная система. Нужно собрать чемодан и найти пару. Задания здесь с обратной стороны все написаны. За 255 рублей набор для рисования со светом Бонни Дон. Можно рисовать и писать. В комплект входит планшет для рисования письма светодиодным маркером. Также светодиодный маркер, дополнительно оснащенный стержнем для тайнописи. Батарейки расположены внутри маркера. И трафарет для легкого воспроизведения рисунков. Можно рисовать даже в темноте. За 145 рублей книга детская музыкальная. Формат 15-18 сантиметров, 8 страниц. Здесь, как обычно, нажимаешь музыка, три песенки здесь. Какие есть варианты? Есть народные песенки, есть игрушки, есть песенки о животных, есть мама и малыши, есть Маша и медведь, ловись, рыбка. Есть русские народные песенки, вот такой вариант. И так далее. Очень большой выбор. Приходите, выбирайте. За 55 рублей набор для вышивания «Рыжий кот». Вышивка получается 33 на 40 клеток под полотно. За 50 рублей набор для создания украшений. Весенние краски, жемчужное сияние и летняя мода. Можно смастерить бусики, браслет своими руками. За 83 рубля набор для творчества для мальчиков и девочек. Поделки из проволоки. Прочная и мягкая проволока легко принимает и держит любые формы. Вот она проволока, из нее нужно создавать различные предметы. За 113 рублей есть мозаика из пайеток. Вот здесь кружочки, на которые нужно клеивать вот этим, вот эту мозаику. Пайетки, то есть пайетки наклеить. Есть разные, есть машинки, есть зверушки. Ну, разные есть тематические картинки на любой вкус и цвет, как я говорю. Набор для лепки фиксики. 12 цветов, 4 трафарета и скалка. 50 рублей. Огромное количество раскрасок. Вот, например, принцесса с куколкой. Здесь даже куколки есть в подарок. Видите? Есть по 15 рублей. 26 рублей. Если честно, не могу разобраться в ценах. 36 рублей. 44 рубля. Есть огромное количество раскрасок. И смотрите, здесь цены написано книга такой-то категории. С обратной стороны смотрите, написано категории, и таким образом узнаете цены. Вот, например, вот эта раскраска с куколками. Седьмая категория. Видите, есть разные куколки. Ее цена 75 рублей. Есть вот такие раскраски только для мальчиков. Крупные рисунки. Для возраста 0+. Категория 5. Цена 45 рублей. Есть разные раскраски, разные тематики. Есть со зверушками, есть с машинками. Очень большой выбор книг, раскрасок. Просто здесь вот не разобраться. Написаны категории с
Самая дорогая, 10-я категория, 159 рублей. Самая дешевая, 15 рублей. Есть различные раскраски. Вот книжка-гармошка, например. Вот такая. Какой она у нас категория? 6-й категория. 6-я категория – это 60 рублей. Играю сам щенок с наклейками. Эта книжечка стоит, она не дешевая, 10-я категория, как раз она стоит 159 рублей. Ну да, потому что здесь, посмотрите, здесь есть наклеечки в этой книжке. Поэтому она подороже. Так, нужно приходить и смотреть по категориям. Многоразовые наклейки есть, алфавит прописи, различные-различные раскраски. Цены я вам озвучила от 15 рублей до 160 рублей. Вот такие книжечки для самых маленьких за 160 рублей 10-й категории. Курочка ряба, транспорт, первый счет. Читаем перед сном, детям сказочки перед сном. А в каком-то выпуске уже показывала, но вот повторюсь, потому что тематически у нас выпуск в школе. Вот такая лампа настольная, светодиодная, за 500 рублей. Называется она «Фиксики». Она поворотная, складная. Вот такая красота за 500 рублей. Друзья, недавно я нашла очень полезную группу Viber. Она называется «Школьник». В этой группе вы можете продать, купить, обменять, подарить школьную одежду, обувь, рюкзаки, канцелярию. Все, что связано со школой, в этой группе вы можете найти. Присоединяйтесь к этой группе. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии и в описании под роликом. Нажимайте на эту ссылочку и присоединяйтесь к этой нужной группе. На этом выпуск, посвященный канцелярии и школьным принадлежностям из магазина «Маяк», я заканчиваю. Поспешите купить товар по низким ценам. Рассказывайте про этот магазин своим знакомым и подписывайтесь на наш канал. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.